друзья, всем привет. С вами Геймкар. Продолжаем играть в третий Far Cry. Всем приятного просмотра. Поехали. Как вы видели, наверное, на сейве, предыдущую серию записывал очень-очень-очень давно. У меня был серьезный Сэм, перерыв. Я выгрузился. Теперь ты можешь затеряться среди наемников. Но они не должны засесть тебя на чем-нибудь подозрительном. Записывал предыдущую серию, надо немножко сейчас вспомнить, что происходит. Достаточно быстро. Все это произойдет, и сможем один из людей Хойта сделал мне предложение. Несколько предателей хотят обокрасть Хойта. Я думаю... Мне не нравится, что у нас тут темная карта, вообще ни хера не видно, поэтому предлагаю радиовышку какую-нибудь захватить. Так, а ближайшая радиовышка находится очень далеко. Чтобы Хойт мне доверял. Ну да, дрезденский трюк. Хороший план. Быстрее было бы убить Джейсона Броди, но это нам не подходит, я? Я наблюдал за предателями изнутри. Ими руководят три капитана. У одного из них должен быть список, в котором все члены банды. Убей их, забери список, и я шепну Хойту, что ты отличный солдат. Где их база? В старом храме. Я дам тебе координаты. Трехпалубный квест. Так, я тут по привычке начал прятаться, как только увидел машины с людьми Хойта. Так, ну что, парни, поехали немножко постреляем. Давненько я не стрелял, и я бы хотел вот сюда попасть, центр спутниковой связи зачистить. Как раз немножко можно будет размяться. Надеюсь, что из-за этого квеста нас не спалят. Так, ну-ка, давайте укажем эту точку на карте. Все. В принципе, я сейчас зашифровался под боевика. И это будет интересно, на самом деле. Как они воспримут то, что Бекмен попробует. А, мы уже почти не можем. Можно даже пешкодралом добраться. Я что-то начал на машине ехать. А что у меня по оружию, кстати? Нормально все. Так, интересно, ну-то... Так, а? Блядь. Сука. То есть эта фигня не работает, они меня все равно воспринимают как врага. Понял. Будем тогда действовать по-старому. Так, а я где сейчас? Я рядом с этой точкой, да? Слушай, а их тут прям дохренища. Блин, он нажал от вызвал подкрепление.
Так, собака. Походим в руку. Мы подходим с юга. Я забыл, как переключаться между оружием. Ну, я из того... Ой-ой-ой, я у них тут прям... Блядь, суки. Да, блять, сраная собака. Мы подходим с востока. Блин, собака все испортила, реально. Такая, блять, собака. Да как эта собака, она что, бессмертная или что? Блин, меня уже закинуло, хер его знает куда на этот раз, да? Да. Что-то видно, что я давно не играл. Так. Но я все равно зачищу этот лагерь, мне пофиг. Если я сказал, что я его зачищу, значит я его зачищу, и мне по барабану. Так, а где я сейчас? Ух. Нет. А вот я здесь, да. Так, я только что заметил, что у меня мало этих... А, рюкзак переполнен, ни хрена себе. Создать предмет. Понял, не сегодня.
Слушай, а может просто с гранатомета их расстрелять? Я такой, так что подумал, у меня же типа гранатомет есть. И тут дохрена боекомплекта в нем. Тупо засандалить им в морду. Я ориентировался на этот желтый кружок и шел хер его знает куда. Короче, проблема начинается, когда они добегают до чего? До вот этой вот вышки и вызывают подкрепление. Соответственно, надо будет задефать эту вышку, чтобы они туда не подтягивались. Начать я предлагаю вот с этой штуковиной. Блять, перепутал кнопку и все. Блин, вот это жопа. Так, суки. Что мы делаем? Попробую зачистить какой-нибудь другой лагерь. Блин, все навыки потерял. Сука, надо перевооружиться, взять нормальное оружие. Да.
же был калаш? Штурмовая винтовка. Вот калаш, типа штурмовая винтовка. А, у меня типа вот этой крутой штурмовой винтовки нету, да? Вот этой. Давайте закупимся сначала боеприпасами по полной. Так, у нас типа боезапас полон. Пиздец. А сейчас что не так? А, все нормально. А если на машине? Давайте сохраните. Там какой-то здоровенный бронированный хер. Блядь, я не вижу, откуда он стреляет. Я вообще лошара какой-то, блин, реально. Так,
Короче, меня убивает этот снайпер постоянно. Что, можно как-то подобраться к нему? Незаметно. Блять, а почему он так больно стреляет? Это просто пиздец какой-то. Он реально... Так, а здесь какой-то еще вход, да? Это бронированный СП, это самое опасное. Я бы не отказался, давай. Только что я выстрелил два раза из гранатомета в забор, в стену, тупо в стену. Ладно, хер с ним, поехали выполнять основной квест. Потому что это пиздец. Что-то вообще как-то после, я не знаю, играл неделю две назад в него последний раз, Far Cry.
Блин, реально на локи куда-то. Теперь идем за списком. Берегитесь, капитаны. Одевались. Так, это я, насколько понимаю, стелс-миссия, да? Ничего. Вот хрень! Так, ну я убил одного из трех VIP персон. Кто меня видит, я что-то не могу понять. Так, вот тут один мужик, мы его сейчас заберем, я думаю. Гнида! Сам такой. А нахрена я туда поднялся? Нет, здесь надо попробовать стелс. Берегитесь, капитан. Стелс у меня получится здесь. Проблема в том, что я не вижу, где кто. Нужно начать сверху. Я каким-то хреном начал снизу. Поверить не могу, что ему платят больше. Я слышу тебя. В 80-х это место процветало. Всех кормили шахты. Ну да, ничто не вечно. Ого! Ah, shoot!
чего? Одет как мы. Его Хойт прислал. Понятно. Он одет как мы. Его Хойт прислал. Понять, а где этот второй капитан? Он стреляет в нас! Что, под землей? В бункере каком-то там мыкался или что? И, походу, здесь какой-то бункер есть. Блин, этих чмошников сверху, походу, без варианта надо убивать. А там один, походу, сдох, а, или они просто рядом. Нет, один сдох, а не вон. Сука. А как его убивать? Ну я его покоцал, он хромает. Я
ты в меня попадаешь, мразь, я же спрятался. Конечно, почему так далеко? Так, ну один сдох. Вот это было много плотно. Он одет как мы! Огонь! Эй, окрути! Он одет как мы! Его Хойт прислал! Сука, там еще один второй, а где этот второй, я что-то не понял вообще. Наконец-то. Блин, да. Что тут делаешь, мразь? Слушай, наверное, возьму свою. В принципе, по патронам разницы нету. Ha!
Ой, блядь, это так потно, это так потно. Ладно, попробую еще разок, а там дальше посмотрим. Берегитесь, капитаны. Я думаю, если тут есть какой-то вход в шахту, то лучше начать именно с того, чтобы пробраться в эту шахту, я думаю. Так, одного из трех убили, хорошо. Последнего что-то есть. Слушай, а я вот этого не обыскал. Или обыскал? Обыскал, да, по-моему? Не, вот этого я не обыскал. Ладно, я думаю, надо заканчивать, а то я сейчас сгорю и больше не буду записывать Far Cry. Всем большое спасибо, что пришли, посмотрели, как я сливаюсь, как мы босс. Завтра будет продолжение. Всем большое спасибо, ребят. Всем пока.